На площади Независимости в Алматы состоялся очередной пикет в защиту арестованных на 10 суток блогеров Дмитрия Щелокова, Рината Кибраева и Нурали Айтиленова. Ирина Народная тоже блогер. Сегодня она вышла на улицу с плакатом «Мы живем в правовом государстве» и прочитала свои собственные стихи. Когда же единицы протестуют, пытаясь справедливость отыскать, их тут же прячут, тюрьмы не пустуют, на личности давно всем наплевать. Запуганные граждане на кухнях за чаем блогеров обсудят шепотком. Как Щелоков с Кибраевым попухли? Узнать бы нам теперь, а что потом? Любовь к отечеству – это ненависть к его недостаткам. Цитату русского поэта Константина Рылеева Ирина вспомнила не случайно. Именно эта любовь и привела троих блогеров за решетку. И верные сыны скупой отчизны, народ, желавший избавить от оков, с любовью к родине своей идут по жизни Сапаргали, Аминов и Козлов. Ирина Народная, кстати, тоже рисковала. Во время чтения стихов к ней подошел лейтенант полиции, чтобы выяснить личность автора и понять, подрывают ли стихотворения основу существующего режима. Однако он так и остался ни с чем, узнав от присутствовавших на пикете журналистов, что критика одинаково полезна как для государства, так и для его граждан. Thank you.